Мои дорогие друзья, родители, мы сегодня проводим традиционный 8-й турнир, посвященный Дню космонавтики и вот этому уважаемому человеку Валерию Ивановичу Токареву. Человек, который испытал более 50 самолетов и вертолетов, в том числе и Су-24, и Су-25. Дважды был в космосе. Более 200 часов налетал, и можно говорить очень много об этом человеке. У нас с вами удивительный, один из самых прекрасных на планете Земля языков, русский язык. И вот в самом слове «соревнование» заложен тот смысл глубинный, который наш народ закладывает в то, когда мы друг с другом соревнуемся, но не конкурируем, обратите внимание. Вот за столами вы не будете конкурировать друг с другом за победу, вы будете соревноваться. Ревноваться, рвение – это наша устремленность к достижению цели. И вот сорвение наше совместное приведет нас всех вместе к одной цели. Конечно, будут победители, они получат вот эти замечательные кубки. И это символично. Вы навсегда запомните, что эти кубки вы получили в год 90-летия Юрия Алексеевича Гагарина. Кстати, здесь с вами будут за столами играть наши гагаринцы, ребята из нескольких школ. У нас мощное движение дружины гагаринцев по стране развивается. Вот Валерий Иванович его возглавляет, и это хорошо. Но, еще раз, в год 90-летия Гагарина вы будете участвовать в этом замечательном турнире и навсегда его запомните, победят сильнейшие. Но все вместе мы с вами станем сегодня еще немножко лучше, еще немножко сильнее. И это самое важное, что мы отсюда вынесем. Потому что даже тот, кто уступит за шахматной доской, сделает для себя какие-то выводы, сделает для себя какие-то отметки на будущее и обязательно победит в следующий раз. Поэтому всем успеха, удачи, ну и пусть победит действительно сильнейший. Неважно, в какой стороне ты, на шахматы снова собрали со всех уголочков планеты. И кружатся звезды по кругу, а мы в это время под ними. Он потрогал, он поплачет. Так, он тронул коня и сходил сюда. Валерий Иванович, ну, мы с вами присутствуем на турнире, турнир «Юные звезды», который уже 8-й раз проводят наши друзья, оно «Роскосмос Спорт». Турнир носит ваше имя, он посвящен 90-летию Юрия Алексеевича Гагарина, носит ваше имя, мы проводили его в «Звездном городке», где мы с вами познакомились в свое время, и сейчас он продолжается здесь, на территории Олимпийского комитета. Это уже 8-е соревнование, неизменно они собирают много ребят, много участников со всей страны нашей. В этом году к ним присоединились гагаринцы, наше гагаринское движение, которое вы возглавляете. Ребята приехали в том числе с Донбасса, с Макеевки приехали ребята. Вот. Ну вот несколько слов о турнире, о вашем к нему отношении, как, может быть, кому-то покажется странным, как космос связан в том числе с шахматами. Буквально несколько слов. Ну, на самом деле, вот этот турнир ежегодный, он не про меня конкретного человека, а просто, ну, в моем лице еще раз напомнить всем своим согражданам о том, что мы победители в космосе, и не только в космосе. Поэтому 90-летие со дня рождения Юрия Алексеевича, и в этот год присоединились еще юные гагаринцы к этому турниру. Каждый год мы как бы прирастаем той частью молодежи, которая, ну, вот наши русские, российские традиции, которые в корнях у нас, они и на этом турнире в том числе как бы показывают о том, что какое достоинство и сколько ума и талантов в наших корнях. Так что турнир, я считаю, что этот просто, ну, привязан к нашей победе в космос. Но на самом деле он говорит о чем-то, что Россия непобедима. И мы, и наши дети, и внуки, они тоже будут представлять Россию победителя.
Да, если не отвернутся от мечты отцов, если не забудут, то во имя чего мы осваивали космос, да, и во имя чего строили великие планы, великие мечты, достигали их, строя города, заводы, фабрики, поднимая отрасль, индустрию, целину. Вот это и есть великий русский советский народ. Вам спасибо большое, что неизменно, вам спасибо. Неизменно да, поддерживаете. Спасибо. И, конечно, благодарность, низкий поклон Алексею Николаевичу Петрову, и Юрию Сергеевичу Лекомцеву и вообще всему коллективу «ОНО Роскосмосспорт», на плечах которого вот это действие уже 8 лет, не благодаря, что называется, а вопреки, да, существует и прекрасно развивается. Спасибо. Алексей Николаевич, пару слов про сегодняшнее мероприятие. Расскажите, пожалуйста, про учредителей, как проходит мероприятие, как часто проводите? Ну, спасибо за вопрос. Нам очень приятно, что Русское космическое общество является учредителем спортивного клуба Федерального космического агентства и оказывает большую помощь в организации, проведении мероприятий. И мы гордимся этой дружбой. И спасибо руководителю за ту помощь, которая и всем сотрудникам и работникам РКО, за ту помощь, которую оказывает спортивному клубу. Сегодня на турнире присутствовало с родителями больше 200 человек. И это традиционный турнир, который уже 8-й раз проводится. И здесь, в Олимпийском комитете, это почетно, потому что здесь вся наша элита спорта была, и чемпионы мира, и Попов Александр Владимирович был здесь, и олимпийский чемпион, это самое, по борьбе самбо, Невзоров Владимир Михайлович, и Виталий Григорьевич Смирнов. И я могу их перечислять, и все эти люди, в том числе, входят в общественный совет спортивного клуба. Я бы поблагодарил бы еще Юрия Серафимовича, Юрия Севериновича Лекомцева, директора спортивного клуба, который оказывает большую помощь в организации проведения этих мероприятий. И я думаю, из этих мальчишек, которые участвуют здесь в соревнованиях, вырастут новые космонавты. По крайней мере, у них будет любовь к нашей родине, потому что мы любое мероприятие проводим всегда какое-то патриотическое движение. Вот концерт, стихи про Донбасс, про Мариуполь, про другие города, которые сейчас идут. Нам приятно, что приезжают дети, мы помогаем им. И этот турнир становится все больше, больше и больше. И сегодня приезжал руководитель Дома офицеров военно-космических сил, который предложил нам, потому что здесь вот уже не помещаются люди, все хотят, и мы многим отказывали. Будем проводить в следующий раз, надеемся, что проведем у них там на 300 человек, можно организовать это мероприятие. Спортивный клуб «Роскосмос», он проводит не только там шахматы, да, это и волейбол, и интеллектуальные вопросы, связанные с космосом. И у нас одна мечта есть, и вот пользуясь случаем, что у нас Валерий Иванович всегда приходит к нам, Токарев, это провести среди стран всех, кто летает в космос, мероприятие, которое называется «Космос, мир, дружба». Почему финансовая разведка может проводить свои финансовые там соревнования в Сочи? А когда космос объединяет всех людей, на мой взгляд, это было бы здорово, это провести такое соревнование, которое сплотит больше народ, потому что космос – это наше будущее. И мы делаем все возможное для того, чтобы идти вперед, развивать не только спорт, а развивать прежде всего наших детей и умственное, и физическое развитие. На небе синя, плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. И страшный атак спасли мы русский флаг, и добротой наши песни. А коль придет беда, с тобою мы всегда отчизну защитим, друг мой. Служить России, служить тебе и мне, служить России.